Референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. Точную дату позже определит правительство. Об этом глава государства заявил на торжественной встрече с представителями СМИ. Касым-Жомарт Токаев добавил, что в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. И важно правильно и эффективно использовать их. Выступая на встрече в Акурде, президент поздравил журналистов с их профессиональным праздником, а также вручил премии и гранты. Аида Иманали продолжит. Сегодня на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал референдум по вопросу строительства АЭС. Финальное решение примет население страны. По мнению главы государства, развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения. Также он отметил, что в этом процессе должны принимать активное участие и средства массовой информации. Атом, электростанция, салу, мәселесін пысықтау туралы. Я поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции. В настоящее время ведется широкое обсуждение. Высказываются разные точки зрения. Действительно, в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Глава государства также высказался по актуальным вопросам, волнующих общество. Он подчеркнул, что защита населения от лудомании и наркомании, бытового насилия, вандализма и расточительства – наша общая задача. Президент заявил, что предпринимаются конкретные меры в этом направлении. Недавно по моему поручению правительством утвержден комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудоманию. Кроме того, мною последовательно продвигалось скорейшее принятие соответствующего законопроекта. Сегодня же глава государства высказался о недавно подписанном законе о масс-медиа. Этот документ позволит повысить потенциал казахстанских СМИ и укрепить информационную независимость. Касым-Жомарт Токаев отметил, что отечественная журналистика представляет собой сильный общественный институт, настоящую четвертую власть, которая способна внести большой вклад в развитие страны. В Акурде президент торжественно вручил премии и гранты журналистам, а также объявил благодарность коллективам ряда телеканалов. Касым-Жомарт Кемелевич, для меня огромная честь получить государственную награду из ваших рук, от себя лично и от имени своих коллег. Я благодарю вас за столь высокое доверие. Мы понимаем всю ответственность за тот фронт работы, который выбрали. Наша профессия дает нам возможность всегда быть в гуще событий и на передовой. И наша кредо – честное и объективное освещение всех событий, происходящих в нашей стране. Глава государства подчеркнул, что СМИ – это голос народа, вестник нации и духовная опора общества. Большинство из журналистов – это подлинные патриоты и специалисты высокого уровня, преданные своей стране. И они с честью выполняют свою миссию, отметил президент. Аида Иманали, Ернар Ельдосова, телеканал «Алматы».